Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Как вы понимаете, сегодня это будет довольно-таки необычное видео, потому что я с вебочкой, и по названию, думаю, тоже, в принципе, все понятно и интересно. В этом ролике я буду покупать очень интересную машину, и вот эту футболочку я одел не зря. Да, пацаны, это будет реально возвращение легенды, это будет то, чего, в принципе, многие хотели, многие меня просили, и, наконец-то, я созрел и решил это сделать. В этом ролике я покупаю машину, которую в будущем я буду собирать. Буду ставить туда третий чип, неон, нитро там и так далее. Поэтому видос, я думаю, получится интересный. От вас хочу видеть максимальную активность. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Давайте реально на этом ролике наберем 200-300 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен. Ну и, конечно же, не забывайте вводить по промокод. Пишите /mm, 7-й пункт промокод, указать друга ютубера. И вводите самый лучший промокод Полканов. Его можно вводить на любом серваке. За этот промокод вы получите 450 тысяч. Ну а я могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита. Смотрите видео от начала до конца. Ребятки, в минуточку вашего внимания, у моего друга проходит самый масштабный конкурс на проекте Amazon Holy Play. Такого никогда не было, и я думаю, больше не будет. Поэтому ссылочка на конкурс будет в описании, переходите на его страницу и участвуйте в его просто обалденном конкурсе. Такого конкурса вы никогда не видели, то есть общая сумма призов — это 2 миллиарда. Такого масштабного розыгрыша не делал никто. Призы очень интересные, машины на стробоскопах, с очень классным тюнингом, и минимум каждая машина стоит 300 миллионов рублей. Поэтому переходите по ссылке, ознакомьтесь с конкурсом, прочитайте все условия. Условия, в принципе, простые, там репост, лайк, нужно, чтобы у вас был 15 уровень персонажа, и нужно в комментарии скинуть фотографию, пацаны, своего лица. Именно своего лица, не левую фотку с интернета там и так далее. Не упустите шанс заработать, то есть выиграть можно на любом серваке. Всем желаю удачи, надеюсь, то, что реально победит сильнейший, у кого самая лучшая удача. А вам предлагаю дальше посмотреть ролик, потому что он очень интересный. Ребятки, просто сейчас будет совершаться очень интересная сделка. Это начало новой истории, восстановление просто легенды, можно так сказать. Для тех, кто не понимает, я чуть позже расскажу. Но кто шарит, кто давно меня смотрит, тот понимает, для чего я покупаю этот автомобиль и про какую легенду я, в принципе, говорю. Сейчас я, получается, поеду в нотариус, куплю этот автомобиль. Да, там нету нитро, там всего лишь стоит аудиосистема, но этого уже хватит для того, чтобы начать эту историю. Потому что я реально скучал, пацаны. Я скучал по этому автомобилю. Но я думаю, пришло время, реально, пришло время просто поехать, реально, просто поехать, купить этот автомобиль, и будем потихонечку делать из этого автомобиля легенду, будем делать такой же внешний вид, будем ставить такой же тюнинг там и так далее. То есть я реально хочу попробовать восстановить ту самую машину. В любом случае, да, это не будет тот автомобиль, я не смогу найти такие же номера, но, пацаны, это реально будет интересная машина. Я надеюсь, пацаны, вы будете рады этому. Я не знаю, ну, блядь, можно будет какую-то рубрику сделать. Но я думаю, это будет интересно. Я думаю, это реально будет интересно. Здесь всего лишь стоит аудиосистема, первый чип там и так далее. Этот автомобиль продают за 60 миллионов, поэтому я решил все-таки взять и купить этот автомобиль. Потому что, ну, я реально соскучился по этому кузову, по этому автомобилю, по этому управлению там и так далее. Я с радостью хочу купить этот автомобиль. Да, возможно, не уже в шикарном тюнинге. Да, здесь аудиосистема, как я и показал. Мы будем потихонечку собирать этот автомобиль. Да, понятное дело, то, что я его за месяц не соберу, даже может быть за год, потому что, ну, собрать такую же машину, это будет очень сложно. Самое сложное, это будет найти именно неон, который был у меня, то есть однотонный неон. Это будет самое сложное, что нужно дойти до этого автомобиля. То есть тот же самый там третий чип, нитро найти, в принципе, очень даже легко. Но найти конкретно неон, такой же самый, как у меня был, но это будет реально сложно, но я думаю, возможно. То есть будем искать, будем пробовать. Самое главное, то, что я уже купил эту машину, я уже как бы начал ее собирать, можно сказать. То есть история начинается, пацаны. И самое главное, еще нужны номера.
но номера по цене найти нереально. Я не видел такую комбинацию номеров просто нигде. То есть я на 0.2 играю уже на протяжении там полугода, может быть даже больше. Я ни разу не видел комбинацию по цене мур. Мур, понимаете? Я не говорю про семерки. В принципе, ни мур единицы, ни мур двойки, тройки я не видел, понимаете? Я не знаю, у кого эти номера, у кого эта комбинация номеров. То есть придется либо искать эти номера, либо, не знаю, что-то думать, пацаны. Что-то думать, возможно, какие-то другие номера, либо именные номера, там, я не знаю, пацаны. Насчет номеров, я как бы нашел владельца, у которого есть номера мур семерки, но, к сожалению, он их не продает. Я был готов их купить реально очень дорого, там, за 50, за 70 миллионов, но эти номера ему дорогие, они уже давно у него во владении, поэтому он, к сожалению, их продавать не хочет. И я не могу никак на это повлиять. Да, я понимаю то, что в идеале было бы круто, если бы я все-таки выкупил те самые номера мур семерки. Но, возможно, он когда-то передумает, либо захочет их продать, и я с радостью у него их заберу. Возможно, вы там продаете номера какие-то интересные, тоже можете мне написать. У меня, конечно, в приоритете номера с комбинацией мур. Допустим, там мур четверки, мур пятерки. Если у вас есть такие номера, я готов их купить дорого. Если у кого-то будут какие-то интересные нищаки, которые нужны мне на машину, можете мне писать во ВКонтакте. Мне нравится этот кузов, мне нравится марка BMW, то есть... Блять, ну я обалдею от этой машины. Да, тут третьего чипа как бы нету, но, как я и сказал, мы это будем исправлять. Там нитро там стоит, допустим, 25 миллионов, там третий чип 50 миллионов. Бюджет будет, конечно, большой на этот автомобиль, на этот проект, но пока что у меня денег хватило только для покупки автомобиля. То есть на всякие ништяки, на тюнинг у меня денег нету. То есть надо будет сейчас ебашить на дально, копить награды, там, зарабатывать. И потом уже через какое-то время у меня появятся обратно деньги, и я смогу как бы приобрести уже ништяки для этого автомобиля. Вот эта малышка, пацаны, просто, блять, какая лапочка, какая лапочка. Сейчас мы поедем, я думаю. Так, я даже целку не смотрел. Сейчас, в принципе, это все посмотрим. Пробег 8000 километров, в принципе, не так уж и много. То есть, понимаете, ну, да, я мог бы купить эту машину там с автосалона, с одним владельцем там и так далее. Да, я мог бы это сделать, но это было бы дорого, понимаете? Это было бы очень дорого. Там надо было купить аудиосистему за 70 миллионов. И то не факт, чтобы я ее нашел, потому что, ну, их редко продают почему-то. Потом надо было купить машину, потратить еще на чип, там, на тюнинг, понимаете? То есть, это было бы дорого. Да, возможно, было бы интересней, но было бы намного дороже, понимаете? А так у меня уже есть аудиосистема, то есть аудиосистема — это самая дорогая часть в этой машине. То есть неон там, я думаю, можно найти за 50 миллионов, третий чип за 50 миллионов, нитро за 20-25 миллионов. То есть аудиосистема в этой машине — это самая дорогая часть тюнинга. И поэтому я увидел то, что продавали как бы M5F90 чисто с аудиосистемой, без нитро, мало владельцев. Я такой подумал, блять, надо брать. Надо брать, я сторговал. Он ее продавал за 65, я купил, в принципе, за 60. Так, давайте заправим наш автомобиль и поедем в СТО. Нужно будет его перекрасить там и так далее. Давайте еще раз посмотрим ПТС, потому что мне интересна какая там целостность. Хотя я вроде бы и смотрел ПТС, но особо внимания не обращал. То есть целостность нормальная, 94, 6 владельцев. Я считаю, не очень много. Бля, ну я обожаю этот автомобиль просто, блин. Да, она там не особо быстрая. На первом чипе на ей 248. Но, блядь, ну я реально кайфую от этого автомобиля. То есть мне он очень нравится. То есть да, и мне E60 кузов нравится. То есть да, я мог бы купить E60, но E60 у меня была, как бы, вы сами видели, у меня была третий чип аудио нитро, и тем более это не легенда. Вот этот кузов, я думаю, вы все помните, то что эта тачка ассоциируется именно со мной, M5F90, понимаете? И многие из-за меня начали называть M5F90 Мурка, потому что у меня были номера Мур семерки. Так, я предлагаю теперь ее покрасить, блять, честно, не знаю, попаду я в цвет или нет, то есть подобрать цвет реально будет сейчас очень сложно. Она такая была, вот. Вот типа такого она была, по-моему, да, вот такая. Она не прям пиздец светлая была, она такая вот темненькая чуть-чуть была. Я не знаю, попал я в цвет или нет, пацаны, честно, не помню, реально не помню. Но вроде бы что-то похожее, прям, очень похоже на мою машину. Вот именно вот эти диски у меня стояли на автомобиле, я это точно помню. Вот она, малышка, блядь, просто. Не хватает номеров и неона, реально, чтобы она более-менее выглядела так же. Но в целом, вот смотрите видос, как бы, сейчас отрывок увидите, как она выглядела, у меня эта машина. И я думаю, вы поймете, что я хочу сделать.
Ну что ж, дамы и господа, именно так выглядел этот автомобиль у меня на 01 серваке в 2021 году. На данный момент мой аккаунт деактивирован на 01 сервере, то есть эта машина полностью пропала с радаров, то есть ее теперь не существует, поэтому я ее вернуть себе никак не могу, понимаете? И для этого я купил вот этот автомобиль, чтобы повторить подобное, понимаете? Потому что я очень кайфовал от той машины, то есть реально это была моя самая любимая машина, на которой я накатал там, по-моему, 200 тысяч километров, там была ГОСКа 900 тысяч. Эта машина была у меня 4 года, понимаете? И я решил, почему бы не попробовать на 02-м восстановить эту машину, восстановить просто эту легенду, понимаете? Я думаю то, что, ну, это реально будет типа интересно. Это реально будет интересно, необычно, и мы вместе с вами будем как бы потихоньку строить автомобиль этот и давать ему такой вид, такой тюнинг, который у него был. Понятное дело то, что это как бы другой автомобиль, как бы это не обсуждается, то есть я это тоже понимаю, вы это понимаете. То есть вернуть именно тот самый автомобиль никаким образом не получится. Но сделать копию того автомобиля, наслаждаться этим автомобилем, я думаю, получится реально. То есть, да, вот самое сложное, это найти неон однотонный и найти номера. Неон еще реально найти, номера, мне кажется, нереально найти. Я либо буду именные номера делать, либо какие-то другие номера поставлю. Не знаю, какие-то тоже прикольные, наподобие тех, которые были. Короче, не знаю, пацаны. Честно, не знаю, но будем пробовать, будем что-то думать там и так далее. Можете свои там предложения написать в комментариях. Тем более, многие меня просили вернуть этот автомобиль, просто вернуть легенду, понимаете? Но это реально легендарная машина, потому что она реально очень много осветилась у меня на канале, много было про нее роликов, с ней роликов там и так далее, поэтому, ну, я считаю, это круто. Это крутая идея, то, что, ну, вернуть этот автомобиль, да, уже на другом серваке, но сделать хорошую копию этого автомобиля. Я в любом случае надеюсь на ваше понимание, на вашу поддержку, то есть, ну, мне кажется, реально крутая идея, и давайте на этом ролике наберем много лайков, чтобы я понял, зря я это делаю, не зря снимать вам про эту машину видосы, показывать, как я ее собираю, может быть, какие-то покатушки на ней устраивать, там, и так далее, там, погоня от полиции, то есть, если от вас увижу реально активность, то можно будет с этой машиной что-нибудь поснимать, попробовать, посмотреть, там, и так далее, то есть, в любом случае, я для себя буду собирать этот автомобиль. Даже если вам эта идея не зайдет, но для себя я хочу реально ее собрать. Я хочу на ней ездить, я хочу на ней кататься, наслаждаться, кайфовать. То есть это реально классная тачка, классный кузов. Да, возможно, это не самая быстрая машина, возможно, не самая классная по управлению, но мне она реально очень нравится. Я считаю то, что это хороший автомобиль, и я хочу его собрать. Я хочу его довести до конца, довести до ума, сделать, так сказать, реплику данного автомобиля, который у меня был в 2021 году. Ну что ж, дамы и господа, вот такое вот получилось видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Я реально рад просто очень сильно. То есть я когда увидел этот автомобиль, то есть когда я уже его перекрасил, поставил диски, на меня реально, блядь, нахлынули воспоминания про этот автомобиль, как я на нем ездил, как я на нем там трюки делал и так далее. То есть я реально рад, то, что я купил этот автомобиль. Возможно, дорого купил, возможно, недорого, не знаю. Я считаю то, что 60 миллионов это, в принципе, адекватная цена за этот автомобиль. Надеюсь на ваши лайки, на ваши подписки. Напишите реально, кто помнит этот автомобиль, когда я играл на 01 сервере, как я на нем ездил, как он выглядел там и так далее. Все полезные ссылочки есть, как всегда, в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Также не забывайте вводить вам промокод. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.